Там опять Путин стримил вроде мафию, да? Сегодня. Я что-то не смотрел, как бы, ну да, ни хера себе, 3 часа 45 минут. Почти наш рекорд побил, по-моему, или нет, или это что-то другое. А, ясно, он начинал, он так же, как и я, опаздывает постоянно. Нихуя себе опоздал на 2 часа с половиной. В смысле, как и я опаздываю там на 30 минут, но не на 2 с половиной часа, ебать. Алло. Сегодня у нас на свете... А что такое Ново Огарёво? Я как бы прошу прощения, я ничего не понимаю. Это что? Бункер? Кого? Он там сидит. Там где? Что это? Дача? Я просто типа пытался в гугле, да? Ну, найти. Я вписываю, я тоже думал, что это какая-то деревня, дача там где-то далеко от Москвы. Пишу, вбиваю. Ну, стрим закончен. А мне Кремль выдает. Это его дворец, дача? Подожди, он на даче сидит и стримит оттуда? Нормально, а почему мне тогда Кремль выдает? Вы можете сами проверить, не знаю, может сейчас исправили, но каждый раз, когда вводишь это название в гугле, тебя на Кремль перекидывает. Типа, чего я думал, может типа это какое-то второе название Кремля? ХЗ. Руководители всех регионов России. Обсудим результаты нашей общей работы. Ситуация... Бля, эти камеры... Давайте вычислять, кто из них комиссар. Ответных субъектов. Бля. Федерации. Те задачи, которые нам вместе предстоит решать. Напомню, 2 апреля подписал указ... Не, ну самый мерный тут по-любому Собянин. По которому дни в период до 30 апреля включительно были... Кадр, знаете, что-то напомнил. Я не знаю почему, но вот этот вот. Ничего мне напоминает? Казино, да? Реально? Как там, ёбаный рот вашего казино? Как оно там называется-то, это видео? Реально. Я не знаю, почему. Почему-то такой флешбэк. Объявлены нерабочими. А главу субъекта федерации... Подожди, еще раз, чего там кто? Период до 30 апреля, включительно. Были объявлены нерабочими. Ну. А главы субъекта федерации получили дополнительные полномочия определять перечень нервный. Конкретных профилактических мер. Это позволило обеспечить... Ну тут я не буду говорить, какая у нее роль, промолчу лучше. Гибкий подход. Не подвергать людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям. А в течение доктора. В каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности. Ну, это маньяк. Ладно, это я... Которые да, опасно шутить. Это шутка, блин. Игра, мафия. Ситуации. Что нам уже удалось? Мы сосредоточили... Да это шутка была. Ресурсы нашей промышленности. А, ведущий? Назову только несколько. Не знаю. Они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции легких, ну да, обновляется. В начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц. В апреле больше 800. А есть комментарии? В мае... О-о-о! Ебать. Самое веселое, это комментарий, что у Тимати, что здесь, наверное. А странно, да? Подожди, это какой канал? А, это... Я думал, это Россия-1. Я удивился, типа, чего не закрыли. Бункерный, чувствуешь любовь народную? Ты вещаешь с другой планеты? Бля. Деньги давай, чего языком зря трясти? Бля, я орирую. Печенеги хорошие, ставь дизлайки. Пиздец, тут люди бунтуют, я в шоке. Я просто в шоке. Вообще пипец. Так. Ого-го-го. 6 тысяч лайков, 43 тысячи дизлайков. Да ладно, Путин рекорд Тимати побил. Как так-то? А в чем разница? 3,5 тысячи. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз. Бля, какой серьезный, сука, ля, блядь. 800 тысяч в сутки в начале. Жесть. До 8,5 миллионов в апреле. Ну, вот это похож на Винни-Пуха, блин. Ну, я не говорю, что это плохо, и там просто, типа, такой... Ну, тот, который с пятачком, ну, наш мультик, который наш. Тум-турум-тудум-тудум-тудум-тум-тум. Пум-пурум-пурум-пурум-пум-пум-пум. Я опоздала на стрим.
Извините, Пум-пум-пум. привет, чат-стример. Пум-пум-пум. Удачного стрима меньше, чем три. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении... Мишусин красав, он за ЦСКА. Коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в 9 раз. Проводилось... 2500 исследований, пирожочек, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Ничего себе. Рост в 6... Они вообще не шевелятся, они боятся его, блин. Они сидят вот так вот. Просто глаза моргают, а все остальное тело вообще не двигается. Они даже не дышат, мне кажется. Ну, это же синий стал. А, вам не видно, да? Он сидит. Ну, видимо, синий. 50 раз. И охват тестирования... Ну, это самый смелый среди, головой шевелит. ...увеличиваться. В мае выпускали в сутки 3000 защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень... Ё-моё! А будет что-то по существу, нет? 100 тысяч. Отлично. К середине мая будет свыше 150 тысяч. Смотри, мы же к середине мая должны уже избавиться от этой эпидемии. Да, по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что... Там дальше инфа будет. Все еще мало. Ну да, пока что я ему не доверяю. Как это в мафии, да? Неубедительно. На Вологарёве это личная деревня Путина и там, где он живет. Личная деревня? А мой дед строил эту дачу еще Брежневу, и у них свои мясокомбинаты. Нормально. Спасибо тебе, Чибик. Слушай, надо туда съездить, может там можно будет дом снять какой-нибудь недор... Да заебёшь, блядь, танк! Почему начинает кататься под моим окном только тогда, когда я запускаю стрим? Блядь, бужу, сука! Начинается этот дрифт на танках, блин. Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестер. Так, ладно. Про ординарную ситуацию... Люди должны получать всю необходимую помощь. Как Вавилон сидит, что-то типа это, делает вид, как будто какую-то активность проявляет, пишет в листочек. Так, сейчас так запишем. Ну вот этот вот красный. Вот что-то немного сероватый, блин. Далее. Для того, чтобы поддержать экономику. А, тоже она потом сидит такая постоянно. Что-то я тильтую. Российские семьи. Сохранить занятость и доходы граждан. Мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них во многом беспрецедентные. Так, ресурсы. Кто тут самый старый? Сейчас карты достанет, так... Решения вырабатывались буквально в считанные часы. Положились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний. Также собрано, оперативно должна строиться работа по их реализации. Руководители федеральных... Не уснуть можно под такую речь. Компании сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений. Уменьшись в окошко? Сейчас я сяду на место какого-нибудь депутата. Блять. Даже не знаю, чье место занять. А чё, очень даже, как будто реально сижу там. Вот если бы еще микрофон не был бы так обрезан, я чисто вот просто вот, ну понятно, да? Блин. Когда-то моя очередь уже будет говорить. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели. Я понял. Самозанятые граждане. А, да? Небольшие компании после 7 дней предприятия. Ё-моё. Бля. Да ё-моё, верните меня на место. Да бля, Генсуха, что-то там... Да ёп, что-то кикнули что ли остальных? Меньше людей стало. Ну короче, я вы поняли. Алё, бля. Привет, Хесусу и чатик. Убили. Наконец-то мафия. Так вот, я... Чё я хочу сказать? Ну... Вот первый у меня вызывает подозрение, а ещё вот этот... Где он, блядь, Мишустин-то? Слишком напряженный какой-то. А куда он вообще пропал? Стоп.
А, он вообще исчез. Ну все ясно, мафия, блядь, сбежал. Я не на нем, ребят, я вообще на другом сижу. А его и не, как не было, он же тут был. Пам-парам-парам-парам-па-пам-пам-па. А куда он исчез? Ладно, окей. Так, а если я сюда сяду? Я, конечно, прошу прощения, Владимир Владимирович. Я как бы все понимаю, но, товарищ, всегда мечтал оказаться на этом месте. Ну как, мне идет? Так, ну я ничего обещать не буду, да? Могу сказать, что ну, время непростое, товарищ. Вот, поэтому я тут посижу, а вы там как бы порешайте, да, проблемки. Вот, если что, там пишите, как говорится, да? Вот, ну все, давайте, там, ББ. Хуёвый тебе президент, в смысле, зато честный, алё. Нормально, президент. В каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. О. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений. Повторю, надо настроиться на то, что впереди сложный процесс. Мананю здесь и скинул? Нет. Такой быстрый. Ладно, все, давайте скипнем уже. Ёбаный рот этого казино, блядь! Эй, пацан! Или как там не пацан, подпишись, что-то там на канал. А, да? Если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался!